первую очередь я хотела бы обратиться к ребятам. Безусловно, праздник этот в вашу честь. Именно вы своим упорством достигаете таких вершин. И мы гордимся вами. Действительно, ведь вы сейчас, те достижения, которые вы сейчас получаете, это ведь будущее. Будущее не только Камчатки, но и всей страны. Хорошо было сказано в ролике. Мы все сегодня поздравляем вас с тем, что вы выбрали именно это направление – науку. Я хочу сказать еще спасибо тем, кто является некими субъектами, составляющими ваш успех. Это, безусловно, конечно, учителя. Они всегда рядом, и они не дают погаснуть искре. Той искре, которая вас согревает и ведет вперед. И я надеюсь, что они всегда будут рядом и всегда будут вас сопровождать. Но есть еще люди. Люди, которые тоже создают некую экосистему, в которой растет ребенок. И именно благодаря им, на мой взгляд, мы можем добиться той цели, которая сегодня ставится на государственном уровне, и которая звучит как поддержка и развитие талантливых детей, талантов. Безусловно, это родители. С самых ранних лет они создают некую атмосферу, в которой становится интересно исследовать, изучать. И эта атмосфера не дает погибнуть любопытству, самому, наверное, главному, что есть в любом исследователе и в любом человеке, который увлекается наукой. И потом эту эстафету подхватывают школы. И именно те, кто организует эту работу, директора школ. И я тоже хочу сказать им огромное спасибо, потому что то, как организовано в школе вот эта вся история про интерес, про новые исследования, про проекты, именно это дает возможность, собственно говоря, поддерживать тот интерес, который приводит к успеху всех нас. Поэтому я желаю всем абсолютно, всем субъектов, субъектам индивидуального успеха каждого из вас, побед в будущем. Удачи!